Реконструкцию дороги на Пугачевском тракте жители Куйбышевского района ждали почти полвека. Михаил Пивоваров живет в 20-м доме по молодежному переулку всю жизнь. Рассказывает, старая дорога была построена в 60-е годы прошлого века. Здесь часто случались ДТП и наезды на пешеходов. Новое дорожное полотно сделает жизнь самарцев безопаснее, уверен Михаил. А новая дорога, она современная, отвечает всем требованиям безопасности. Пробки стали уже меньше, хотя строительство еще не окончено. Мы ждем завершения и пешеходные переходы, и отремонтировать подземный пешеходный переход. Развязки современные. Наряду с реконструкцией самой проезжей части занимаются инфраструктурой в целом. Устанавливают остановочные пункты, обустраивают газоны. Появляется больше дорожных знаков, дополнительные пешеходные переходы. По поводу дорог и всего, что с этим связано, люди понимают, что есть некоторые трудности, они временные, но их нужно перетерпеть для того, чтобы дальше стало хорошо и комфортно жить. Ну, надеюсь на то, что все проблемы, которые мы поднимаем, они обязательно будут решаться. В числе основных просьб жителей Куйбышевского района также снос незаконных построек и стихийного рынка. Парламентарий обещал разобраться и организовать контрольный визит в район осенью этого года. Мария Левина, Николай Сидоров, «События».